сейчас посмотрим. Прикольный? Какой? Давай. Ого. Что там у нас? А что там за кнопочка эта? Кнопочка? Да. Сейчас давай посмотрим и разберем. Ну давай разбирать. Давай разбирать уже. Так, все, я понял, как разбирать. Давай. Ты что из стороны будешь отклеивать? А давай. Я с той буду. Так, вот, смотри, здесь. А, вот тут, держи. Давай. Тик. Бери антенку, это тебе антенка. Ого! Ого, какой там большой. Да. Доставай. Так, а там что, батарейки, короче, получаются? А я батарейки уже вставил. А где батарейки? Сейчас. Ну-ка, давай расскажи, что там танк, как работает. Смотри, вот это давай. Надо вот эту включить кнопочку. Включили. И теперь вот это нажимаем, чтобы был звук. Все. Теперь двумя ручками вот сюда вперед. А, даже надо его включить здесь. Включайся, ну. Здесь включай выключатель. О. Включай. Чик. Все. Ого. Давай. Ого. Давайте я покажу, как надо. А может стрелять? Давайте я покажу, как стрелять будет. Как? Смотри. Ды-дыщ. Давай. Огонь. Еще можешь так. Папа, почему не поворачиваться? Поворачиваться? Вот, смотри. Сейчас будет. А может еще так. Папа, давай туда. Где? Туда? Туда? Огонь! Сейчас опустим. Не-не, сыночка, опускать нет, опускать вот. Вот я опустил. Чик. Огонь, нажимай огонь сюда. Все, я понял, Катя. Я понял. Чтобы ехать, надо две одновременно ручки нажимать. О, молодец. Поехал. Да, поехал. Поехал? Давай, огонь! Еще, поехал. Прямо. Вот, прямо. Огонь. Огонь. Вот, давай. Две нажимай одновременно вперед. О, он поехал. Давай. Сейчас упадет, сынуль, стой. Выбросил. Огонь! А-а-а, падает! А теперь в другую кнопочку маленькую нажми, чтобы он... Вот, еще там рядом была. Давай. Падает. Да, да. Огонь.
Давай. Давай. Помогите! Я поеду! Давай, давай, давай. Помогите! А! Куда приехала? Помогите! А! Как они упали ко мне? Сташка сказал, капитан. А капитан сказал, да, пойду. Где огонь? Сейчас будет огонь, сейчас мы разожгем огонь и будем тушить его пожарной машиной. Давай посмотрим, что за нас за пожарная машина. Покажи. Давай покажем, какая башня высокая. Подними. Подними, какая башня высокая. О, еще вверх как. Ого. Мы сейчас того поднимем, да, получается, и будем так вот огонь тушить. Так, чик, и сюда. Вот так вот. Это прямо. Сейчас мы будем водичку туда заливать, да? Да. Пожарную машину. Наливай, наливай. Не торопись. Полностью. Полностью, да, не торопись. О, молодец. Все, и теперь что, куда, как ее ставим? Как? Теперь ее сюда надо будет вставлять, да? Вот, вот так, смотри, подожди. Вот так вставляем. Чик, и закрывай крышку. Молодец. Все, ставим. Чик. Все, поставили. Сейчас мы будем разводить. Сейчас мы будем разжигать огонь и тушить. О, у нас загорелся огонь. Пожар, надо звонить срочно Родьке. Родька! Алло, Родька, срочно, у нас пожар, приезжай тушить огонь. Срочно, туши огонь, у нас огонь. Давай, нажимай на кнопочку, как нажимать, чтобы огонь тушить? О, поднимаем повыше. Надо доехать, что ли? Вот так, давай, доехали мы. Туши. Все. Тушим огонь. У нас не получается, нам надо срочно звать еще Родьку пожарного, срочно. Пожарной машиной мы не справились, пришли тушить, Родька сам пришел пожарник тушить. Давай, туши. О, молодец, огонь тушится. Давай еще, сынуль. А я буду еще пожарной машиной тушить. А я почти пожар. Потушил? Все, мы вместе потушили с пожарной машиной. Вот, получается, на кнопочку нажимаешь, она тушит с этой башни. Да, сына? Туда мы направим. Чик. А видишь, если дым еще идет, это значит еще огонь может загореться. Поэтому туши еще пожарник. Давай, покажи, как ты тушишь свою. Вдвоем быстрее справимся. Пожарная машина. Так, давай. У меня закончилась вода. Вода закончилась. Что надо, срочно еще за водой ехать? Все. Вот машинка как работает. Покажи, как машинка работает. Она может так вот ездить. Мы сейчас уберем вот эти ножки. Чик, убираем ножки, да? Чик. Складываем их. По два еще. Давай. Родька у нас чуть-чуть облился, да? Покажи штанишками облился, пока огонь тушил, да? Но зато мы потушили пожар, скажи, ес, да? Круто, потушили пожар. Давай машину соберем и отвезем ее на пожарную станцию. Давай. Чик. О, давай еще. И сейчас мы еще раз сделаем огонь, да? Поехали. И машина поехала. Все, она поехала на пожарную станцию. Машинка работает от пульта управления. Едет вперед-назад. Лево-вправо, поднимается башня. О, как высоко поднимается. И здесь водичка льется. Срочно, срочно огонь, давай вместе тушить. Тушим, мы вместе команда сейчас потушим. Родька пожарный и пожарная машина вместе тушат. Все, ура, мы потушили. Но огонь все равно, если идет дым, значит будет еще огонь. Надо до конца дотушить, чтобы не было дыма. Давай, сынуль. Тушим вместе с пожарной машиной. Вместе. Я тоже не спаюсь. Очень надо большое... Срочно тушим. Очень надо большую лодку по чашку пожать. Я тоже не спаюсь. Давай, йо-йо-йо, еще туши. Еще немножко, давай.
Все, еще немножко дым остался. Давай. Потушили? Еще? Это что такое? Это машинка. Это скричер-машинка, да? Да. Она скричер-машинка, она тоже мелочь. Динозавра и еще там. Это когда вот эту мы кидаем в машинку, да? Она должна ее схватить и съесть, получается, правильно? Ну, правильно. Нет, она не как съесть ее должна. Вот что она должна съесть. Вот она должна поймать ее, да, должна? Да. И тогда вот она в кого-то шамилась. Трансформируется в какой-то робота. Вау! Да. Давай сейчас посмотрим, что такое. Ого! Что там за машинка? Да, так это Ташамилыч. Ташамилыч, сейчас этот. Да. Разберу ее. Тик. Держи. А как вот эту убрать? Мама, как вот эту? Сейчас уберем. Давай, уберу. Все, у нас коробки. И осталась коробки инструкция, да? Да. Как это... О, это же робот так трансформирует. Это у нас получается здесь папа, нарисовано. Где какие у нас есть машинки еще? Папа, где штучки? Вот они. Будет, у тебя будет 3 попытки попасть в него. Давай, первая попытка. Раз, не попал. Вторая попытка. Надо нам, наверное, выбрать какую-то ровную поверхность с тобой. Здесь не получится. Давай найдем ровную поверхность. Пойдем. Ах, промахнулся. Давай вторая попытка. А, давай я давай его... теперь ты, давай. Вот она как, понял? Ну, ты с первого раза получила. Давай теперь синенькую попробуем. Собирай давай. Все заново. Пружинку вставляй. Вот здесь? Да, ага, вот сюда пружинку. Теперь ножки по бокам туда вставляй. Что-то у меня пальчик. Она мушку укусила. Да. Мы же в тайге находимся. В Сибири, в тайге, поэтому тут мушек много. Так, мы нашли ровную поверхность. Сейчас, получается, у тебя будет 3 попытки, надо попасть. Вот, да. А может быть машинка? Давай попробуем наоборот машинкой, смотри. Да. Вот, давай, вот так. Да, вот так. Сюда вставай. Я буду лучше доставать. Давай, машинкой. Чух. Что-то у нас с тобой не получается. Так, мы с 10-й попытки разобрались, что нужно сделать. Оказывается, эти ножки тоже туда надо назад засунуть. Так, чик, сюда, сюда. Все, ставь вот эту. О, вот что у нас получилось. Теперь понял, как это? Давай еще раз зарядим. Давай. Кусай. Поставь синенькую. Смотри. А, она сейчас с горки поедет. И смотри, сейчас что будет. Ты дышь. Я выиграл. Возьмем. Какие игрушки будем брать? Любые, какие дадут? Я хочу. Сына, ты какой будешь? Черную или желтую? Я буду черную. Ты желтую? А ты черную, да, будешь? Я буду... Такой? Да, и шарик. И шарик. Хорошо, пойдемте, выберем. Пошли эти подарки выберем. Это держи. Все, пошли. Ну, пойдем, сейчас откроем сядем. Сейчас открою. А шарики какие? Синие? Они не настоящие. Сейчас вот эти тоже открою. Кто это такой? Кто это? О, я не знаю. Мягкая какая-то игрушка? Да. Все игрушки спать. Спать можно? Давай, какая игрушка? Снимать. Можно снимать, снимайте. Давайте снимем. Давай. Да, давай, привет. 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 Как дела? Нормально. Единорог умеет. Он же единорог. Единорог? Говорит. Сейчас принесут, мама пошла уже. Что там? Вот. Не спать, да, нужно будет? Мягкая, да? Мягкая. Покажи. Ой, я вот эту ручку заберу. Нет, ручка обидится. О, мама несет хамбургеры. Забирай свою игрушку. О, они же идут. О,
Вот тебе. Покажи, Софка, что у тебя там такое в наборе. У меня есть тут вот. Вот это? Давай, доставай, что там? Гамбургер. Сейчас картошка будет. Вот, яблочко. Яблоко держи. Яблочко. Свежее. Ну-ка. У тебя тоже гамбургер? Молоко. Это шкапетка. Шкапетка? Вкусно? Покорми своего яблочком. Кусайся. На, кушай. А гамбургером поделишь ты? Я там котлетка сейчас упадет. Аккуратно. Ам. Покорми. Что это там, огурец соленый? Ага. Лучок, да? Лучок. И котлетка без всего. Игрушка такими глазами, да, голодными смотрит? Только, покорми капусточку его. Покормила? Да, пошлите. Давай, бросай! Игрушку свою забирай. Давай, бросай. Забирай свою игрушку. Давай, понесу сумку. Все, пошли. О, давай это все на себе накушаем. Давай, накушаем на себе. Все, пошли, сумку, выходи. Держи. Все, пойдемте кормить. Все, пойдем. Осторожно, не беги. Ну, да, рассыпите. Да. Кого мы идем кормить сейчас? Зайчиков. Зайчиков? Кроликов, да? А потом мы пойдем на большое обозрение кататься. Потом еще пойдем что-нибудь кошка-то. Ну, что-то там посмотрим еще. На батуте можно, наверное, попрыгать, да, наверное, будет? На батуте еще можно попрыгать. О, смотрите, какие кролики. Ой, сейчас будем. Сколько много! Ай, что-то палец не укусил. Да не бойся, они не кусаются. Кусайте. Кусайте за палец. Родя, не бойся, держи. Не бойся, да. Да не бойся. Они не кусаются, держи. Вот эти ждут, они не хотят. Покажи там их потом. Пойдем. Посмотри. Это как из «Ну погоди», да, заяц? Да. О, вот. О, меня даже не укусил. Не укусил. Пойдемте еще покажем. На. Проснись. Какой пушистый, да? Да не бойся! Большие зубы! Давай! Блять! Не надо их бояться! Не бойся! А на морковку... О! У тебя съел морковку, у меня не ела, да? Дай капусту смыть! Я боюсь, давай коты! Давай. На! Держи! Привет! Ой. Пошли кожьяток! Пап, а помнишь, вы здесь кожьяток поумели и заходили в ту пещеру? Когда шовки не было, мы с вами вдвоем ходили. Пойдемте посмотрим. О, тут, наверное, медведь живет, да? С Машей медведи. А здесь нету медведя. Нет? Ну, он сейчас, наверное, на работу ушел. Пойдемте дальше. Как? Да, ну, пошли, там хорошо обозрение кататься. Ой, я здесь лодки плаваю. Аккуратно, не упадите. Здесь лодки маленькие плавают. А, и вот они плавают, да? Вот они, красные рыбки, плавают, ага. Смотрите, сколько их много. А как их ловить? Надо удочку брать, надо, мы с собой забыли удочку. Взяли бы, сейчас половили бы рыбку. Смотрите, сколько много, да? Ну ладно, пошлите. Ну мы сегодня покормили зайчиков, теперь идем на колесо обозрения, а потом на батут идем. Потом на батут, а потом где? Плавание, ага, есть. О, я хочу покататься. Ну, пойдемте, ты хотел на колесе, пошли. Ну, пойдемте на колесо. Вот я там ушатаюсь, а такое, я уже ушатаю, не видел. Не видел такой высоты? Нет, не видел. Я там буду. Маленький батут вижу. Маленький батут где? Вон. О, а точно, попрыгайте, ну. И вот горки. Да. Ой, и качели команды. Пошлите на
Пошли, пошлите на большой батут. А, его, его тоже... О, какой паровоз, да? На полке наступать. Пап, ну мне сюда некуда. Совка, помоги, давай. Давай. Вставай. Давай. Прыгайте. Давай ручку я буду держать. Все, прыгай. О, смотри, как совка падает. Чик, чик. Какая такая ручка. А так вот нужно не за ручку, а так вот бегать, бегать, а так вот упадать. Ух. Здесь все замерзло. Все замерзло, лед? Все, нету воды, да? Все замерзло. Ну ладно, пошли. Пойдем посмотрим, что там такое. Кого? Дом какой-то? Да. А, это горка зимой здесь. Где? Там не можно. Ага, ну он что-то не работает пока. Да, не работает. Ой, лес до 5 лет, он не работает. Вот, вот мы здесь покатаемся. А он не работает, сейчас спросим. Не работает, наверное, еще. И кораблик тоже не работает. Кораблик 200 рублей, не работает кораблик. О, вот, вот утки. Они. Пойдем посмотрим. Это гуси. Гуси. О, а кто там сидит? Папа, кто там сидит наверху? А это просто бобер сидит. Они не кусаются? Кусаются, эти кусаются. Они щипают? Так, хоть. Пойдем, пойдем. Пойдемте, пожалуйста, кто там в домике. А его не уже не видно. Привет! Не, нет, есть тут домики? Софа, ой. Софа. Софа. Софа отвлекается на Софу. О, чего там он шипит? Софа. Софа. Пошлите дальше. Куда пойдем? Ну, я хочу еще покормить кого-то. Зомби? А я зомби! Догоняй! Догоняй, зомби! А, не догоните! Догоним! Не догоните! Догоним! Все, вывалим. Нет, она из кружки. Поставить. Можно поставить. Она холодная? Ну попробуй, я не знаю. Все, ладно? Вдвоем паровозиком, Совка, подожди Родьку. Давай. 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 О, ложись. Я хочу поезжать. Ложись. Аккуратно только. Ложись. О, аккуратно, не упади. Родя, тут можно упасть. Счастный следующий. Тут может лучик и перевернуть. Ну. Боюсь. Боишься? А! Скажи, в садах мечты. А? В садах мечты. Мы находимся в садах мечты. Садах мечты. А, в садах мечты мы находимся. Подожди, все, я нажал, красненько горит. Ага. Все, ага. Снимай ровно, прямо. Так, мы тут лазим. Хорошо. Куда? Так, теперь вниз идем. Да, реально. О, мы его сюда вот спустились. А,
нам нужно вниз. Да, вниз. Вот так прямо держи. Я держу.